Кого мне сокрушить? Приступ, комрады. Играем за Венецию. Какая ситуация складывается по карте? Так, нам необходимо захватить два города крупных, в частности столицу Византии. Так, еще один поселок, я не помню его название. По дороге захватим Фессалоники. Ваше величество. Так, нам необходимо развиваться в правом направлении, так как левое довольно-таки сильное и опасное направление. Мы сейчас будем штурмовать Аячо. Мы отправим их в ад. Штурмуем. Вступить в бой. Пленные наружные. Потому что в прошлый раз проиграли, поэтому пришлось перезаходить. В принципе, это я сделал зря. И совершил в дальнейшем групповую ошибку вторую. И поставил на автомат кавалерию. Чтобы разгромить данного противника, мне придется ударить минимум с двух сторон, может даже с трех. Здесь два отряда. Один будет с этой стороны. Здесь будет еще один отряд. Так, для усиления кавалерия и пехота. Возможно, мы отошлем сюда. Арбалетчики! Стена рухнула! Настало время покончить с врагом! Переводим арбалетчиков разомкнутым строем. Быстрее. На правую сторону. Быстрее. Для стрельбы более-менее прямой наводкой по пехоте противника. Остальных переводим. Быстрее. Арбалетчики. Марш.
Болельщики! Берем тебя! Арбалетчики! Арбалетчики! Хоккейщики! Арбалетчики! Стреляем по стрелкам, прижимаем пехоту. Так, а здесь прямой наводкой. Стреляем по вещикам. Потери будут у меня. Нужно действовать. Переводим арбалетчиков. Отлично! Мы пробили брешь в их стене. Так, можно, в принципе, атаковать. Нас атакуют! Нужно действовать! Складывается в нашу пользу. Потери если ничего не изменится, мы победим. Так, надо размотать эти копычки. Охрана полководца! До полного уничтожения. До полного уничтожения. Сейчас прямой наводка бомбит с помощью арбалета. Тут забыли прижаться. Наступление! Выступайте! Войны! Смотрим, что делают арбалетчики. Так, весная стрельба, ромка низкого качества. Почему не весная? Так, надо увеличивать скорость атаки.
Так, копейщиков нас атакуют. Так не разметали. Нужно действовать. Копейщики! Нас атакуют! Все три, двух шесть. Тогда мы атакуем. Пришло время атаки. Бегаем отряды. Копейщики! Марш, марш! Копейщики! Марш, марш! Копейщики! Меняем полностью стратегию. Кавалерию отправляем на правый фланг. Наши воины доказали свою храбрость. Вражеские стены захвачены. Сразу такой мучик. Говорить о победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх. Враг обескровлен. Мы истребили половину его армии. Охрана полководца! Вперед! Вперед! Победа с минимальными потерями. То есть, скажем, очень минимальными победами у вас. А при компьютерной атаке почему-то был проигрыш. Непонятно. Прославим Господа! Вражеский полководец убит! Войны! Этой победой восхитится весь христианский мир. Получили то, что заслужили. Я навсегда заставил их замолчать. Да
милорд. Есть! Куда мы нанесем удар? Что прикажете, ваше величество? Я? Что прикажете? На берег, воины! Укажите врага. Ничто не укроется от вашего взгляда. Да? Так, пропуск хода. Смотрим. Что? Вы что прикажете? Марш! Что прикажете? Назовите место, где мы вступим в бой. Можно обмануть, в принципе, эти войска. Скорее всего, он захватит Каринф. Так, подводим флот. Появились ополчения армалетчиков, довольно-таки мощная единица, одна из самых сильных. Что прикажете? Восхищаетесь своим врагом? Попробуем обмануть. В салониках находится большой отряд. Мы пересаживаем. Грузимся на корабли! Пробуем отправиться. Невозможно. Столицу Византии. По дороге у нас будет корабль. Жду приказа. Хотите нас прогнать? На него пересядем. Прокладываю курс, милорд. Умри, язычник! Что прикажете? Если я забит армию, ничего страшного не будет. Так, по-хорошему надо захватить Болонию. Ну, с такими силами навряд ли его не захватим. Так, шпион, как пускать, находится в этом направлении. Милорд, на нас напали! Поражение. Милорд, мы продолжим путь завтра. Что прикажете? Есть. Марш окончен. Привал. Главное дойти до Византии. С помощью флота мне не получилось. Тут не полный стек, не хватает 4 отрядов. Так, прибыль растет. Где повышение экономики? Где я уже? Очищенный полный, да. Делать. Милорд, мы в осаде. Что делать? Так, не паникуем.
Назовите место, где мы вступим в бой. Данило? Так, стоит захватить туда. Что приказано? Город вражеский. Войны! Да, отправимся мой. Милорд? Слова ничто. Выходите и сражайтесь. Покинуть корабль. Умри, язычник. Да. Так, скоро позовет атака на мой город. Выступаем. Хорошее место для лагеря. Да начнется бой. Идем на врага. Не место в этих водах. Да? Хотите нас прогнать? Попробуйте. Атакуем противника! Все на весла! Уходим! Так, переход хода. Приказывайте! Вам нужно... Пора отступать! Бросаем якорь до утра. Да, святое Евангелие проповедует мир, но война за веру – святая война. Ибо сказано было также: «Не мир принес я вам, но меч». Его святейшество Папа Римский объявил крестовый поход, дабы изгнать неверных из святой земли и отвоевать гроб Господень. Пришло время, когда христиане должны забыть обо всем, что их разделяет, и выступить под единым знаменем, знаменем Святого Креста. Вместе они отвоюют святую землю или погибнут. Крестовый поход успеется. Жду приказаний. Есть, майор. Так, какая ситуация? Я вам не друг и не враг. К моему замку подвигается гигантский отряд вражеский. К второй территории тоже. Гигантский отряд. Укажите врага. Мы отправим их в пад. Вступить в бой. В атаку! Фактически мы можем перестрелять все отряды противника. Для этого надо занять самую высокую точку, которая есть.
о чем я и говорил. Сейчас у них будет очень большая потеря. В нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Враг обескровлен. Мы истребили половину его армии. Тут, в принципе, нефиг возиться. Полководец бежал, как последний трус. Вперед! Победа близка! Хвала Господу! Враги бегут, как трусливые псы! Победа близка! Увеличим скорость. Охрана полководца! Быстрее! Эта победа прославит доблестных и отважных воинов Господа. Неплохие потери противника. Боже мой! Нет! Пощадите! Прокладываю курс, милорд. Так, какая складывается здесь ситуация? Должен путь завтра. Я вам не друг. И не... Что прикажете? Враг разбит. Мы одержали победу. Что прикажете? Отличное место для битвы. Более чем хорошая ситуация. Сейчас мы фактически возьмем город. Так у него
Не такой сильный отряд сохранения. Византия. И Константинополь будем брать сейчас. Вступить бой. Сейчас будет очень тяжелая битва. Фактически, благодаря этой битве мы можем взять Константинополь. Отряд, ждите приказа. Все, кавалерия. Отряд, марш! Все отряды идем назад. Кавалерия, так нам надо бы перучить, размотать вражеские отряды. Враг получил подкрепление. Вот сейчас к подкреплению надо идти. В принципе, можно сильно не бежать теперь уже. Кавалерию будем разматывать. Если мы сейчас атакуем офицера и убьем его, то будет закончиться. Поэтому нам необходимо действовать именно так. Эти отряды подведем тупо поближе. Так, увеличиваем скорость два раза. Охрана полководца. Войны. Шесть раз. Так, замечен враг. Так, подводим этих бултусов. Охрана полководца. Уничтожим стрелков. Тяжелая кавалерия. Говорить о победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх. Охрана полководца! Марш! Быстрее!
даже. Нас атакуют. Нужно действовать. Убиваем офицеров. Обескровлен. Мы истребили половину его армии. Половину армии — это хорошо. Быстрее! Вперед! Вперед! Охрана полководца! Шире шаг! Вражеский полководец мертв! Враги бегут с поля боя. Покажем этим трусливым смердам. Враг обескровлен. Мы истребили половину его армии. Все складывается в нашу пользу. Отлично! Их король бежит с поля боя. Такие трусы не заслуживают жизни. Враги бегут с поля боя. Покажем этим трусливым смердам. Атаку! Бегом! Бои! Живы! Живы! Легкая конница! Живы! Войны!
бороться. В атаку, бегом. Если бы вражеский отряд не стоял в городе, у нас были бы гигантские потери. Сейчас мы возьмем Константинополь. А пехота у нас целая практически, лучники целы. Это победа прославит доблестных и отважных воинов Господа. Того мы размотали при большом числении. С вами преимуществе, не небольшом, смотали противника. Катастрофа, а не битва для него получается. Так. Я не хочу умирать. Казнить. Да. Начинаем осаду. Только скажите, и мы пойдем на штурм. Это практически прошел. Так, здесь никого нанять не можем, нет денег. Что прикажете? Назовите место, где мы вступим в бой. Приказывайте. Выступаем. Жду приказа. Переход хода. Я говорю от имени своего народа. Соглашаемся, но делаем торговый договор. Конечно же, приятно было побеседовать, милорд. Так, ничего тут страшного. Это называется размен. На стены! Мы в осаде! Так, Верацилу единственное будет жалко. Дурные вести, милорд. Мы в осаде. Берем Константинополь без всяких проблем. Так. Вот итоги боя. Забираем Константинополь, штурмуем в режиме ручного. В атаку! Отряд, ждите приказа. Очень большой город, который будет приносить гигантское количество денег. Вот. Лестницы! Кавалерию все отводим. Делаем разомкнутый строй, чтобы меньше было потерь. Сначала битва. Увеличиваем время. Сейчас будет небольшие потери. У меня гигантский перевес. Осадные бои. Наши лестницы уже у стен. Сделал свое дело. Воины, настал ваш черед. Приказ выполнен. Нас атакуют. Нужно действовать. Копейщики! Пока все складывается в нашу пользу.
Если ничего не изменится, мы победим. Создателю. Мы захватили вражеские стены. Мечты всегда были сильнее копейщиков, поэтому они такие дикие потери. Были за стены. Пока наши воины одерживают верх. Копейщики! Бегом! В атаку! Бегом! Воины, полководцы! Быстрее! Копейщики! Охрана полководца! Охрана полководца! Копейщики! Копейщики! Без копейщиков мы можем этот отряд не разбить. Надеюсь, сюда было мощно. Вот почему стоит делать отряды мечников. Они только так фигачат. Честно, надо завязать бой. Охрана полководца!
Отступим! С противником или копейщиками. Еще раз. Хвала святым угодникам! Мы захватили город! Копейщики! В атаку! Бегом! Бой! Один вражеский офицер может перебить. Вражеский король очень был храбрым кавалерии. Воином, но теперь он... этой победой восхитится весь христианский. Блин, Александр, сейчас у нас будет очень много боссов. Они получили то, что... 13 тысяч бабосов, охереть. Низкие налоги. Наем. Строительство. Сейчас я очень сильно ударил по экономике Византии. Так. Небольшие проблемы. Попробуем нанять наемников. Укажите врага. Так, здесь не получилось. И что не укроется от вашего взгляда? Походу, Византия уничтожена полностью. Это очень интересно. Так, стоит захватить этот город, но попозже. Куда мы нанесем удар? Выиграл за счет размена. Так, меняем немножко экономику. Так, Константинополь, общинное поле, а лучше дороги. Нет, дороги. Ух ты ж. Так, здесь построим каменный замок.
Я подчиняюсь только своему правителю. Кого мне сокрушить? Итого у меня каждая прибыль 8300. Так, нам необходимо будет еще захватить вот цело для этого. Внимание, пехотинцев. Ветераны доспехов. Это круто. Рагуза у нас выштамповать ветеранов доспехов. Переход хода. Это война. Так, в принципе, я сейчас ничего не буду делать. На перемирие будет сейчас Германия. Нифига. Данилор? Это воды Рейха. Война все еще. Фактически мы ничего не можем сделать. Здесь мы заперты. Попробуем убить вражеского купца. Так, забыл как убить. А, он еще не готов, так поэтому сделаем. Так, Загреб укрепленный. Агуза укрепленный. Переход хода. Вы еще не устали от этой войны? Стать вассалом. А потом датчики удар в спину. Согласен. Чудесно. Данки, майн фройнд. Данки, майн фройнд. До скорой встречи. Ничего против не имею.